Всем привет! Всего за 4 минуты вы узнаете, как приготовить классный шоколадный бисквит. Рецепт бисквита и вся нужная информация будет также в описании под видео. Для бисквита нам понадобятся белки, желтки, какао, мука, крахмал, разрыхлитель и сахар. Нам нужно соединить желтки с половиной сахара в чаше для взбивания. Растираем желтки сахаром, пока эта масса немного не посветлеет. По времени это занимает где-то 3-4 минуты. Желтковую массу отставим в сторонку. Соединим в другой миске все сухие ингредиенты. Муку, крахмал, разрыхлитель и какао. Хорошенько все перемешаем, чтобы все ингредиенты хорошо соединились между собой. Возьмем большую миску для взбивания белков. Соединим белки со щепоткой соли. Венчики от миксера после растирания желтков нужно обязательно помыть и высушить. Теперь нам нужно взбить белки на очень густую пену. После этого добавляем сахар и продолжаем дальше взбивать. Нам нужно взбить белки с сахаром на плотную меренгу. Сахар я добавляла в 2 приема. Меренга взбивается до такой плотности минут 5-6. Добавляем 1/3 часть меренги к желтковой массе и хорошенько вымешиваем до полного соединения белков и желтков. Я это делаю венчиком, но это можно делать также лопаткой. После этого добавляем половину сухих ингредиентов, просеиваем через сито. Хорошо вымешиваем легкими быстрыми движениями до полного соединения, лучше снизу вверх. Добавляем еще 1 часть меренги. И опять хорошо все вымешиваем. Просеиваем вторую часть сухих ингредиентов, вымешиваем до полного соединения. И в конце добавляем оставшуюся часть меренги. И опять хорошо вымешиваем. Наше шоколадное тесто на бисквит уже готово, можно выпекать. Я буду выпекать в 2 формах, поэтому делю тесто пополам и заливаю формы. Диаметр 18 см. Выпекаем в разогретой духовке 160-170 градусов 30-35 минут. Если у вас нету 2 форм, вы можете пользоваться одной. До замешивания бисквита можно приготовить вот такую форму. Удлинить высоту можно с помощью фольги. Ссылку, как это сделать, я оставлю в описании под видео. В одной форме бисквит будет выпекаться 50-55 минут, 160-170 градусов. Готовые бисквиты оставляю просто на столе, чтобы они остудились. Холодные бисквиты вырезаем из формы. Высота каждого бисквита получается 5,5-6 см. Бисквиты по этому рецепту получаются очень легкими и воздушными, с ярко выраженным ароматом шоколада. Именно вот этим рецептом я пользуюсь часто, если пеку шоколадные торты, потому что эта порция идеально подходит мне для оформления стандартного торта. Если что-то пропустила, пишите вопросы в комментариях. Говорю всем пока, до следующего выпуска!